Поздравить с наступающим Рождеством. Поблагодарить за то, что вы сделали для нашего брата Кибора. В дальнейшем хотим также просить, чтобы так же происходило, что вы сделаете. И от нашего житомского братства Кибора хотим подарить флаг наш, чтобы вы его себя где-то повесили. Крестом, который начальник разведки 90-го батальона, который позвольте привезли. Все передавали большой вам привет, чтобы вам долгие лета. Будем молиться за вас. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Мне очень приятно, что это наша встреча, она накануне Великого праздника Рождества Христова. И она устроена в честь того, что у нас такое позитивное случилось в нашей жизни, что нам удалось помочь освободиться из плена нашему собрату, нашему земляку, вашему другу Тарасу Колодію. Понятно, это может вот эту как, значимость этого события может оценить только тот человек, который вкусил, что такое плен. Когда мы читаем об этом в книжках, там, в каких-то романах, или какие-то даже рассказы слышим, но мы не можем себе представить полноте тех страданий, той трагедии, той драмы, которую человек переживает, находясь в неволе, среди чужих людей, будучи ограниченным во многом, чем человек должен себе позволять, и чем человек должен пользоваться. Вот. И мы рады, что так случилось, что Бог услышал первую нашу молитву. Освобождение Тараса, благодаря вашей поддержке, поддержке ребят, это очень большое дело. Я надеюсь и уверен в том, что и дальше так будет, и что наша церковь, матушка, будет всегда идти параллельно с простыми людьми, с народом. И с нашими воинами, которые защищают СОС, с Украиной, и уверен в том, что мы и дальше будем сообщать, действовать и будете нам оказывать помощь. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, наша церковь, точно это церковь, которая всегда с теми поставки. Она всегда с теми. Ну, такое наше служение. Вот, нас иногда обвиняют, иногда хвалят за это, но мы исполняем свой долг просто. Мы исполняем не для похвали это делаем, а потому что мы наш долг. Помочь человеку, тому, кто находится в беде и которому нужно помочь. Об этом впервые было сказано на совете церкви Краматорске в ноябре еще месяц, когда председатель службы безопасности обратился к представителям Украинской православной церкви и попросил и сказал о том, что если хотя бы одного мы освободим, то это будет большая победа. Если говорить непосредственно о Тарасе Колодію, мы действительно им занимались давно, почти два года назад. Стал заложником и незаконно там удерживался. Могу сказать, что официально это последний киборг, который там находился. Вот. И, конечно, большую помощь нам оказала Украинская православная церковь. И непосредственно там на месте был и заходил за линию соприкосновения владыка Климент, который вам подробно расскажет об этой операции. Ну, в общем-то, это не совсем было заход за линию соприкосновения, это была так называемая нейтральная территория, то есть такой мост, где происходила встреча, и представители, которые передавали нам Тараса Колодія, они не заходили, скажем так, на какую-то другую уже территорию, и просто вывели его к нам, передали, я увидел священников, которые сопровождали Тараса, мы встретились со священниками, священники передали мне нашего бойца, и я посадил его в свою машину, и уже мы проехали на пункт, который охраняется украинской армией, и после этого мы уже были в такой, скажем так, безопасности, и смогли спокойно поговорить с Тарасом, и успокоить его, сказать, что все эти два года мытарств, которые он пережил, что они уже закончились. Все мы в душе верим. Но раньше в церковь, так, как говорится, верил себе. Но когда был крестный ход, вот, у нас есть духовный наставник Владыка Никодим, житомирский, Новоград-Волынский.
Вот. И обычно в церковь мы приходим тогда, когда становится тяжело. Ну, я про себя рассказываю. И было тяжело после войны. Ну, все так спонтанно, крестный ход. Ну, я с владыку, естественно, пройду. И не то, что там какие-то там взрывы, просто, чтобы даже яйцами просто не бросали. Понимаете? И ну так, как говорится, и в крестном ходу, и в Киеве прошел, тоже опасаясь за владыку. Да, провокации, но все так уже надоело, особенно когда из телевизора тоже всегда все перекрутят. Я понимаю, что у журналистов работа такая, что надо сенсация, канал, рейтинг, это все хорошо. Но просто иногда от вас тоже очень много зависит, потому что проходит. А товарищи, ну как обычно, в любой семье, в любом, как говорится, подразделении есть сторонники этого, есть не сторонники этого, у каждого свое мнение. Здесь его нельзя как-то, просто каждый, как говорится, к Богу все равно придет, рано или поздно, конечно, лучше бы рано, или когда тебя уже заносят, как говорится. Поэтому мнений было много, по-разному, у некоторых меняется со временем мнение, некоторые наоборот надулись, как глубины о чем-то думают, хотя ничего не делают. Поэтому надо хотя бы что-то, если мы в себе будем каждый меняться, тогда будет все хорошо. Я вам объясню, что к счастью, есть на месте люди, которые еще могут принимать решения. Цифра освобожденных или найденных растет. И, конечно же, учитывая большой авторитет нашей Украинской Православной Церкви и там за линией соприкосновения, ей удалось, и уже об этом говорили в средствах массовой информации, по определенным каналам договориться об освобождении Тараса. В том числе это была и поддержка волонтеров, и сослуживцев, и земляков, тех ребят, кто воевал, защищал целостность Украины с оружием в руках. Это лишь показывает, что церковь думает о простых людях. И эти люди украинцы.